Изменения валютного законодательства в офисе астраханского филиала «Газпромбанка» обсуждают участники внешнеэкономических отношений. Специально для участия в конференции в Астрахань прилетела начальник департамента сопровождения валютных операций. Специалист главного офиса доступно объяснила все тонкости нового сложного механизма, который вступает в силу 1 октября. Существенно сократится перечень тех документов, которые требуются для представления в тот или иной орган для осуществления и таможенного оформления, и проведения платежей. Если пересекают товары границу, да, участники внешнеэкономической деятельности, они почувствуют вот улучшение. Изменения валютного законодательства коснутся юридических лиц. Их представители собрались в зале. И некоторые из гостей рассматривают возможность начать сотрудничество с «Газпромбанком». Наличие специалистов Росфинадзора, наличие специалиста с головного «Газпромбанка» очень помогает освоить такие сложные материалы, такие нужные, как новая инструкция Центрального банка России. Мне понравился формат, да, делового живого общения, который был выбран организаторами. Также сам уровень организации показывается, очень высокая деловая культура. Да, и очень приятно оставило впечатление именно докладчики. Классическая конференция, доклады и вопросно-ответная форма общения. На этой площадке важные экономические вопросы будут обсуждаться регулярно. Наша идея действительно сделать здесь постоянную дискуссионную такую площадку, чтобы субъекты внешнеэкономической деятельности, это крупнейшие компании региона, чтобы здесь общались вместе с нами и с приглашаемыми лицами. Я думаю, что это будет в постоянном режиме, и это будет очень полезно. По словам управляющего астраханским филиалом, корпоративная политика не предусматривает деления на своих и чужих. «Газпромбанк» работает для всех. Анастасия Анферова, Андрей Разумный, «Вести», Астраханская область.